Рекордный урожай. Вячеслав Володин отметил рекордный урожай зерновых в 2017 году и поблагодарил за огромный труд аграриев. Напомним, по итогам прошлого года хозяйства Саратовской области собрали почти 6 миллионов тонн зерна при средней урожайности почти в 27 центнеров с гектара. По валовому сбору зерновых наш регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое место в России. Собранный урожай Вячеслав Володин назвал беспрецедентным, отметив, что многим сельчанам приходится трудиться в непростых климатических условиях. Когда сейчас появляются политики, люди, которые пытаются рассказывать о своем опыте и учить жизни, как надо работать, вот если бы они поработали на этих землях, то честь им и хвала, если бы у них получилось. Но когда некоторые имеют хозяйство в городской черте Москвы, это то же самое, если бы кто-то из вас имел колхоз в центре Саратова. Землями большими, там, понятно, можно уже и не заниматься тем, ради чего сельхозпредприятие создается, а можно сдавать в аренду, что, собственно, и делают, а потом рассказывают, как эффективно работают. Поэтому, пускай приезжают к нам сюда и покажут, насколько они мощные экономисты и работники села. Это тоже нужно понимать, потому что у нас, знаете, иногда любят слушать красивую речь, а за этим бывает пустота и потом одно разочарование. В ходе встречи Вячеслав Викторович акцентировал внимание на том, что в 2018 году необходимо продолжать программы по ремонту дорог и благоустройству муниципальных образований. В прошлом году область сделала в этом направлении очень эффективные шаги, и это трудно не заметить, но нам необходимо как минимум 3 года идти в этом же направлении, наращивая работу. И здесь у Валерия Васильевича есть программа, мы с ним ее обсуждали, она предполагает федеральную часть и региональную часть. Речь идет о том, что нам необходимо порядка 10 миллиардов в год тратить на строительство и ремонт дорог. Что касается программы по благоустройству общественных территорий, работы в данном направлении будут продолжены в 2018 году. При этом охватят не только Саратов, но и 18 городов области.